Добрый день! Приветствую вас на моей страничке «Дачная жизнь». Сегодня мы с вами будем готовить квас на даче. Летом пить хочется постоянно, и дача, естественно, не исключение. На даче пить хочется еще сильнее. Но хочется пить что-нибудь вкусненькое. Вот этим вкусненьким является квас. Назовем его квас дачный. Сейчас мы приступим к его приготовлению. Что же нам понадобится для приготовления кваса? Это в первую очередь сухари. Сухари мы приготовим из этого вот хлеба. Для приготовления сухарей, как правило, я беру батон одесского хлеба серого. Ну, можно и брать и ржаной, и любой серый, любой черный. Вот, можно с добавлением сухарей из белого хлеба. Мы будем зажаривать на том стареньком барбекю. Нам этого будет вполне достаточно. Поэтому кто какой хлеб будет использовать, это ваша фантазия. Закваска. Закваска. Вот этот литр закваски я вчера поставил закваску на дрожжах. Чуть меньше третьей чайной ложки дрожжей вот на этот литр, на эту литровую баночку, несколько кусочков хлеба, водичка тепленькая, сахара 2 столовых ложки и посыл. Она бродить начала моментально, поэтому будем использовать эту закваску. Сахар тоже обязательно. И еще один ингредиент — это изюм. Вот он у нас, изюм. Вот он. Желательно изюм. Вот он, изюм у нас. Желательно изюм темный. Черный даже. Чем темнее изюм, тем лучше. Изюм ни в коем случае не мыть. Значит, прям так мы его не мытый будем использовать. Ну и вода. Без воды куда ж. Это мы будем готовить вот в этой бочке пластиковой на 25 литров воды. Ну, то есть 24 литра воды плюс литр закваской. То есть кваса будет из расчета на 25 литров воды. Ну что ж, для того, чтобы приготовить квас, нужны, как мы уже сказали, сухари. Для этого необходимо растопить барбекю и нажарить сухарей. Приступаем. Я залил воду. В воду высыпал сахар. Примерно 3. Ну, не примерно, точнее, 3 вот таких бокала. Это 3 бокала по 300 грамм. Около килограмма сахара, песка. И высыпал закваску. Теперь надо зажарить этот хлеб, превратить в черные сухари и добавить изюма. Ну, изюма грамм 100-150. Приступаем. Жарить наш барбекю или мангал, кому как нравится называть его. Дрова практически уже прогорели. Сейчас я поставил решетку, на которую буду выкладывать хлеб. Нам такой сильный огонь не помешает, потому что сухари наши должны быть просто зажарены в уголь. Они должны быть черными. Вот мы будем сейчас их брать и выкладывать. Так вот выкладывать. Хлеб будет гореть. Просто будет гореть. Вот мы его просто будем сжечь. Ух, пламя на меня. Вот примерно так он будет у нас гореть. Но это еще только начало. Вот. Обгорание должен быть черным. Единственное, вот такой вот, даже еще чернее. Ох,
проблемно. Руки горят. Вот так вот. Хорошо. Вот горит. Вот так вот. Так. Вот. Вот такой черный должен быть хлеб. Черный как смола. Тот, который подкрыт достаточно, мы сразу же бросаем. Вот мы его бросаем в бочку. Вот мы его бросаем в бочку. Вот такой вот процесс. Видите, какой черный. И мы его бросаем в бочку. О, как все сухари у нас пожарены. Вот они. Мы добавляем вот этого нашего изюма. Добавляем вот одну горсть. Одну горсть туда добавили. Ну и еще немножко. Еще полжменьки. Все это дело хорошо взбалтываем. Перекрываем крышкой и ставим на солнышко на сутки, чтобы оно побродило. Завтра оно будет у нас уже готово. Ну, на 50%. Вот стоит бочка на солнышке и греется. Так она будет греться сутки. После этого мы начнем переливать или разливать квас по бутылкам. И оно у нас будет стоять еще сутки. Наше сусло, будем так его называть по-винному, пробродило сутки. Оно почти готово. Теперь его необходимо перелить в другую посуду, в бутылки. Бутылки я беру 2-2,5 литровые. Мы перельем порядка 22 литров. Для этого понадобится где-то порядка 10-11 бутылок. Кроме того, нам нужна будет кастрюля, куда мы будем первоначально сливать квас. Миска для закваски. Друшлаг, марля, ковшик и лейка. Ну и также изюм. Изюм мы будем добавлять в бутылки. По несколько штучек. 4, 3, 4, 5. Ну, где-то так. В каждую бутылку. Ну что, начинаем разливать квас. Начинаем разливать квас. Квас мы будем разливать таким образом.
Таким образом мы будем заливать все бутылки. Итак, мы разлили квас по бутылкам. У нас получилось 22 литра кваса. Что же мы делаем дальше? Дальше мы этот квас оставляем в тепле. Или на солнышке, или в теплом месте. Еще на сутки. Чтобы бутылки стали тугими, он набрался газа и доиграл. После этого мы его охлаждаем. Я его складываю в холодильник, и он у меня там лежит до употребления. По бутылочке достаю и пью. Ну, мне такого количества хватает кваса, ну, недели на две. Если не делать окрошку. А если делать окрошку, то меньше. Что же мы делаем с оставшейся закваской? Жалко выбрасывать такую. Такой ценный продукт. Мы закваску опять отправляем в бочку. Вот. Всю, которая у нас здесь есть, мы ее отправляем в бочку. И затем заливаем водой, опять 24 литра воды и 3 бокала, ну то есть килограмм сахара. Весь процесс продолжается по тому же принципу. Изюм только мы не добавляем. Вот, сутки стоит в бочке. Через сутки мы его разливаем по бутылкам. Сутки стоит в бутылках. И затем охлаждаем. Ну, этот квас уже будет, он посветлее. Будет светлый. А этот темный. Вот вы видите, по этой светлой бутылке видно, что квас темный. Вот. А уже квас второй закваски будет посветлее. Вкус, в принципе, одинаковый. Что можно еще какие внести сюда коррективы? Можно в бутылке добавлять ломтики лимона или апельсиновые корочки. Тогда будет специфический привкус, аромат. С лимоном будет напоминать спрайт или лимонад. Ну, лимонад нет, а спрайт будет напоминать. Очень вкусный будет квас. Экспериментируйте, пробуйте. Не обязательно делать на 25 литров воды. Можно делать и на 10, можно делать и на 3. Это все как у вас получится. Так что дерзайте. Успехов!